Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые. Сегодня мы в преддверии замечательного праздника Дня космонавтики, который отмечается у нас 12 апреля, решили со своим клубом, клубом кинологии «Север», показать праздничную программу, посвященную этому замечательному празднику. Вы у меня спросите, а почему День космонавтики и собаки? А я вам отвечу, кто первый полетел в космос? Конечно, собаки. Поэтому мы причастны к сегодняшнему замечательному событию. Итак, мы, клуб любителей кинологии «Север», включающий в себя не только Дальнегорск, но и Кавалеров, Пластун, Ольгу, в общем, все, кто живет до Арсеньева. Это все наши члены. И мы сегодня подготовили небольшую такую программу, где наши собачки покажут вам, как они себя позиционируют в роли космонавтов. Итак, мы начинаем. Но еще пару слов. А пару слов я скажу о нашем с вами поведении. Чтобы у нас сегодня был с вами замечательный праздник, без всяких проблем, вы, пожалуйста, не стучите ножками, не вставайте с места, когда выступают собачки, улыбайтесь, хлопайте. Хорошо? Все поняли меня? Итак, мы начинаем. Пилотом очень смелый именно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта. Если вдруг пилот уснёт, потому когда приятель, ты надумаешь летать. Не забудь, что ты летатель, и не стыдь нам и не спать. Спасибо нашим замечательным пилотам. А вы знаете, что не только человек всегда стремился в космос, стремился летать, но и собаки тоже любительницы полетать.
Вот вы никогда не замечали, не обращали внимания, но собака поднимает мордаху к небу и начинает выть. Это у нее тоска. Тоска по звездам, тоска по небу. То есть ей тоже очень хочется взлететь и полететь над всеми нами. И наши собачки в клубе, отучившись в нашей космической школе, решили тоже стать летчиками. Итак, сейчас перед вами летный номер. А выступают там Пуди, Эрик, Джек Рассел, тренер Молли и девушки, которые потом, две замечательные собаки, Юга и Лима, породы золотистый ретривер. Итак, летчики и девушки, которые потом... нашего клуба долго думал, выбирал, кого же назначить главным тренером этой школы. И мы остановили свой выбор на замечательной собаке, стаффордширском терьере по кличке Шерон. Итак, выступает тренер нашего клуба Шерон. Прошу, любимый жалобы. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Каждый может стать пилотом, чтобы управлять самолетом. Я согласен прямо завтра и родиться в космонавта.
когда Наташа Шерон пришла маленьким, непослушным щеночком в нашу школу и была так называемым курсантом, и выросла вот до таких высот, высот тренера. Наши щенки подрастают, становятся курсантами. И сейчас вы увидите новых курсантов нашей космической школы, которые прошли уже летную подготовку и хотят больше, выше, дальше. Итак, посмотрим. Они пришли не одни. Они пришли с новыми начинающими кинологами. Сейчас на сцене вы видите не только собак, но и наше подрастающее поколение, которое, я думаю, обязательно придет в клуб. Сегодня на сцене будет три поколения уже участников нашего клуба. Посмотрите внимательно. Итак, курсанты нашей летной школы, школы космонавтов. Нам не давать беднягам, давай частичка нашей души. Нам это скажет любая дворняга, и где-то на звезды такие точь-точь. Самой ненужной походкой по пляжу вниз, когда рыжим ясную ночь, и можно увидеть даже. И как фиолетовый зон распахнул горизонт, пишу звезды и края. Слушай, давай выбирай, может, что яркую брать, а та, что справа моя. И пусть нам трудно пока, лапы болят и пока, пусть скафандры жуть шмут. Грудь держи колесом, космос так низом, нас обязательно там ждут. Очень неправды, кто так сказал, что вас ждет в подвороте лайт. Вы посмотрите в наши глаза, вы все поймете, я точно знаю. И может быть ночью, может быть днем, мне в подвороте берите выше. Мы, пролетая лапой, махнем тем, что сидят на крыше. И пусть нам трудно пока, лапы болят и пока, пусть скафандры чуть шмут. Грудь держи колесом, космос так низом, нас обязательно там ждут. Это наше подрастающее поколение, которое через десяток лет выйдет на эту сцену и будет вести передачу. Итак, все мы с вами учимся, проходит четверть, да, занимаемся все. И что мы делаем потом? Мы сдаем экзамены, экзамены на мастерство. Итак, сегодня экзамен на мастерство будет сдавать нашему инструктору Шерон другая замечательная собака, которую зовут Юга. Итак, звездный экзамен в нашей школе начинается. Thank you.
Итак, наши космонавты практически готовы к сегодняшнему полету. Сейчас мы освободим площадку. И сейчас мы дадим команду «Ключ на старт». Oh,
Наш корабль потихоньку движется и приближается к одной замечательной, знакомой нам с вами с детства созвездию, не планете, а созвездию, которая называется Большая и Малая Медведица. Все знают эту планету? Два замечательных ковшика, о которых нам сейчас расскажут, а потом покажут наши выступающие. На небе косы золотой, зовут медведи царь большой, секретной тягдящей плод. По направлению конец прямую линию веди, звезду полярную найди, стопя на нее веди, и все будет впереди. Синей ночью поздней тихо встану у порога, час, когда в созвездиях ярких небо светится. Ни о чем бы так не буду, ни стрельца, ни козерога, лишь один вопрос задам большой медведице. Ты созвездие, конечно, и живешь своей жизнью, той, что люди до конца еще не поняли. Но и все-таки ответь мне, но и все-таки скажи мне, почему всегда одна ты бродишь по небу? Чья здесь вина? Может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, и почему? Где твой медведь? Тю-тю-тю-тю. Чья здесь вина? Может, пойму, ты мне ответь. Вечно одна, и почему? Где твой медведь? И за это ты, медведица, меня прости. Но сияла и смотрелась ты совсем не по-другому, если твой большой медведь сиял поблизости. Чья здесь вина, может, пойму? Thank you.
будет скучно. И к ней пришел еще вот такой медведь. Им стало намного веселее, интереснее. Вдвоем уж вдвоем. Итак, а чем же сейчас занимаются наши космонавты? Как они чувствуют себя в этой ракете? Наверное, там большие перегрузки. А еще есть такое состояние невесомости, да? Когда человек не владеет своим телом, потому что оно невесомое, и его по ракете просто летает, это очень сложно, тяжело. У нас есть такие две замечательные девушки, которые сейчас покажут, как они видят себя в невесомости. Они сейчас будут танцевать, а мы будем на них смотреть и представлять, что это невесомость, что внизу наша замечательная планета, вверху звезды. Итак, полетели. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, звезд света и земли. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава у дома, зеленая трава. Прошит метеоритами простор, оправдан риск и мужество, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. Какой-то дыхи матовой земля в иллюминаторе, вечерняя ранняя заря. А сын грусти до матери, а сын грусти до матери, чтоб сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава у дома, зеленая трава. Я слышу, вы не слышите? Поступил сигнал с планеты, что-то случилось, мы приземляемся. Итак, что там такое на этой планете? Зелененькие лунатики, не могут они никак.
находим ничего. Может, за руки возьмемся мы и посмотрим небеса. СОС, помогите, спасите. Итак, вот они, это инопланетяне. Ура, как их много, какие они интересные. Оказывается, их планету захватил жестокий диктатор, который забрал мало того, что их любимую принцессу, которую все очень любили на этой планете, он забрал все их вкусняшки, вообще ведет себя безобразным образом, не хочет учиться в школе и, знаете, даже чего не делает, даже не чистит зубы. Ну, это вообще, я не знаю, что за диктатор такой. Итак, а где же он сам? Ребята, где же ваш диктант? Где же он? Замечательное оружие, которое заряжено замечательными патронами. Вон убежали, всех разогнал. Лучами любви, добротой и дружбой. Вот это оружие. Ой,
это любовь. Папа, третий выстрел сейчас прозвучит. Это дружба. Вот видите, любовь и дружба, доброта всегда спасет наш мир. И этот злобный диктатор превратился в замечательного эльфа, которого зовут Мята. А еще нужно же спасти нашу принцессу, чтобы воцарился мир на этой планете. Вот она, замечательная принцесса. Наши космонавты, побывав на планете, обрели себе новых друзей. И сейчас покажем, как же они подружились. Инопланетные люди, граждане, существа, просто назвать как-то так их не хочется. И наши космонавты. Итак, дружба, инопланетная дружба. Смотрим. Нашими инопланетными друзьями, правда? Они сказали, что построят корабль своей мечты и обязательно приедут к нам.
нам, полюбившимся таким друзьям с нашей космической школы. Итак, наши космонавты, наши инопланетяне выстраиваются сейчас вместе, чтобы пройти парадом по сегодняшнему нашему космическому полю. Прошу всех на сцену. Совершенство Божира, так Бог, когда Он создал человека, увидел, что он немощен и слаб. Но голосу людских стараний не были, в творении ничего не изменил. Зато послал Бог ангела на землю, чтоб от беды творение хранил. И молвил Бог, в мучениях и страданиях он будет сон твой, сын оберегать. Он спутник твой во всех твоих скитаниях. Он лучшее, что мог тебе дать. И человека, удивив той вестью, Бог ангела на землю не спослал. Тот плоть и кровь обрел, покрылся шерстью, и стал бы лапы, крылья ж потерял. И ангел тот живет поныне с нами, хоть мало он на ангела похож. Но если ты хоть раз встречался с ним глазами, то, друг мой, ты меня поймешь. Он днем и ночью нас оберегает. И правда, что нам все враги, когда ты слышишь, что шагают рядом твои четыре ангел мой ноги. На протяжении всего выступления вы, наверное, видели, да, что наши собаки всегда получали за свои трюки корм. Это так называемое поощрение. И наши сегодняшние выступающие, они готовились, волновались. И наш руководитель клуба «Север» Григорьева Оксана приехала, чтобы наградить сегодняшних наших участников. Дадим ей слово. Уважаемые зрители, уважаемые участники этого концерта, мы вас поздравляем с замечательным событием, с тем, что все-таки этот спектакль состоялся. Зрители, уважаемые дети, родители, скажите, вам понравилось? И мы бы хотели бы, конечно, наградить самых наших юных участников этого спектакля. Они не профессиональные актеры, они такие же дети, как и вы, но сегодня они подготовили этот спектакль, они старались, они принимали участие, они дрессировали своих собак. И, конечно, мы обязательно должны их наградить. Ну, кого как не самого юного и самого маленького участника нашего спектакля мы должны наградить первым. А награждается Алашинов Арсений. Это третье поколение наших кинологов. Мама его второе, а первое поколение где стоит? Людмила, выйди, пожалуйста. А это первое поколение. Вот так они идут нога в ногу, нога в лапу. Лапа в лапу, нога в ногу, к носу. Ну и еще одна юная участница нашего концерта, нашего спектакля. Замечательно читала стих, выступала с мамой вместе, танцевала. Калуцких Алена. Аленушка, мы тебя поздравляем. Мы ждем обязательно еще вас вместе с мамой на выступление. Ты еще не поступать? Нет, не придет. А еще один юный участник нашего спектакля – Маслов Всеволод. Всеволод, пожалуйста, иди к нам.
это хозяин нашего космического оружия, который спас целую планету. Всем благодаря тебе. И тебе небольшой такой вот подарок. Да, ваши аплодисменты. Следующая участница – это Ширяева Ульяна. Ульяна, поздравляем тебя с участием в нашем спектакле. Это дебют, да, был сегодня. Я надеюсь, это не последнее твое выступление. Всего тебе хорошего. Ну и дальше пошли уже наши опытные участники, которые не первый раз принимают выступления, но каждый раз показывают все лучше и лучше свои достижения в руке. А Воронина Марина. Мариночка, приятно было тебя видеть. Спасибо, что приняла участие. И, пожалуйста, твой подарок. Кириллкина Антонина. Тонечка, замечательное выступление. Поздравляем тебя большое. Спасибо тебе за участие. Всего самого хорошего. Ну, этот номер, я думаю, что покорил всех зрителей, и нас, и вас. Верещакова Яна. Яночка. Это чудесное выступление, которое было вместе с мамой, с их собакой. Ярочка, я тебя поздравляю. Очень было приятно. Я надеюсь, что ты нам еще будешь показывать свои номера. Хорошо? Можно сказать, ветеран нашей сцены. Еще одна участница. Это Кириллкина Арина. Аришенька, спасибо за хорошее выступление, замечательное. Замечательнейший диктатор, никто не поверил в это, конечно, потому что Мяточка собака, замечательная собака. Всего хорошего. Ждем тебя еще раз на сцене. Ну и, конечно же, Маслова Анастасия, Настенька. Очаровательная принцесса. Маленький тебе подарок. Администрация, мы хотим бы поздравить еще, благодарность вручить администрации нашего ДК за то, что они нас сегодня пригласили, за то, что мы сегодня выступали на этой сцене. Ну вот, представитель администрации, спасибо большое за сотрудничество. Ну и самое главное, что мы хотели сегодня вручить эту грамоту и кучу-кучу призов, это идейному вдохновителю нашей программы. А Масловой Наталье Геннадьевне. Наталья Геннадьевна, большое вам спасибо. Не уходите вы сейчас очень быстро. Это вам. Наталья подготовила этот номер от начала до конца. Всех нас зажигала, всех нас строила, как та Шерон. У нее не забалуешь. Поэтому мы сегодня и перед вами выступили. Дальнейших тебе творческих успехов, идей, вдохновления, успехов, всего самого хорошего. Спасибо большое за этот прекрасный спектакль. За грустно расставаться. Вот и пришло это время. Я хочу сказать вам, мы хотим сказать вам до свидания, дорогие друзья. Я думаю, мы сегодня стали уже с вами друзьями. Ждем вас всегда у себя в клубе. Пожалуйста, приходите, мы подберем вам собаку, которая подходит вам по темпераменту. Покажем, как с ней обращаться, научим трюкам, и вы также будете выступать на этой сцене. А вообще, в лице собаки вы обретете замечательного друга, с которым будете идти дальше по жизни. Ведь общение с собакой – это и есть космос. Итак, в сегодняшнем выступлении принимали участие. Выходит собака породы Акита Ину. Бакута. Джек Рассел Терьер Молли. Ризен Шнауцер. Ой, Игнесси Виват Барбудас. А просто Яна. Голден Петривер, Югория Метелица.
Арсений тоже вышел, он тоже очень счастлив. Спасибо, Яночка. Пуди, эй! Джек Рассел Терьер Смайли Брайт Борг. Джек Рассел Терьер Зена Королева Воинов. Вещь. Вот они, но они не могут без того, чтобы не танцевать. Молодцы. Вещь, Корги, Пембру, Эльфиборг, Тиранга, Стар Сонг. В простонародье просто мясо. Голден Ретривер, Лили Марлен. Просто Лима. Цвет Шнауцер. Архон Аурум Дрим. Фокс Терьер Эрик. Йоркширский Терьер Ника. Замечательные японские химы. Японский хим. Ой, Сиара, я не выговорю. Там такое. Долго почитать. Бивер. Доглан, Хелли, Стайкер, правильно? Спайкер. И вторая английская овчарка Бобтейл, а зовут ее Лайма. На свете.